Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, EO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как Bella Token. Итак, что такое Bella Token? Bella Token — это DeFi проект, где также можно зарабатывать пассивно, добавляя ликвидность в пул и получать пассивные доходы прямо на свой кошелек, не связанный с хранением, удерживанием токена Bella. Как держать? Получаем доступ к экосистеме Bella и получаем пассивный ликвидный доход с каждой транзакции. Каждая транзакция облагается налогом в размере 5% и дополнительно распределяется между держателями для поддержания хороших торговых условий. 5% продаж облагается налогом и отправляется в пул ликвидность. Также идет сжигание LP токенов. Чтобы обеспечить спокойствие инвесторов, компания сожгла все токены LP. Это значит, что мы можем инвестировать в мир. Это Bella, задающий новый стандарт. Уже сейчас можно перейти на PancakeSwap для того, чтобы приобрести данный токен. Просто пишем количество необходимых токенов. 1 BNB мы можем приобрести большое количество токенов, одним словом. Напомню, 1 BNB стоит уже около BNB, около $700, где-то так. Справедливое распределение – это плата за доход, которую мы получаем в свой кошелек. Будет рассчитываться на основе количества токенов Bella, которые мы держим в своем кошельке по сравнению с другими держателями. Это увеличивает нашу доходность. И стимулируемая структура. Благодаря сильному сочетанию зажигания предложения, налогов на транзакции и вознаграждения держателей токенов Bella с помощью смарт-контрактов, Bella настроена на получение долгосрочной прибыли. Данный проект построен на сети Binance Smart Chain. То есть не такие большие пока не комиссии, загруженность. Также данная компания предоставляет кредитование и заимствование. Можно заимствовать криптовалюту, используя свои токены Bella в качестве залога, и одновременно зарабатывать комиссии за транзакции. Диаграмма DEX следующего поколения с богатым набором функций будут запущены и интегрированы в платформу Bella. Также можно получать и доход от пула и фермы ликвидности. Получаем стабильный поток доходов от других популярных фермерских пулов прямо из пользовательской панели Bella. Bella Аналитика предоставляет нам возможность отслеживать доход от токена Bella и другие показатели DeFi, криптографические данные с помощью одной простой панели управления. Всем, кому показался интересным проект, переходите на сайт, более подробно ознакомьтесь со всеми документами. И только после этого принимайте свое решение. На этом обзор мы закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.